Что будет, если не пить воду целый день? Если вы откажетесь от воды, то через сутки вы совсем перестанете мочиться. Также у вас будут проблемы при глотании слюны из-за недостатка влаги. Через два дня ваш мозг начнет уменьшаться. После у вас станет меньше энергии и вы станете гораздо раздражительнее. Позже у вас начнет ломить все тело и у вас будет болеть голова и глаза, а также вы можете начать набирать вес. Через пять дней ваши органы могут начать отказывать и там уже дальше конец факты которые ты не знал изображенные на купюрах достоинством 10 и 100 долларов александр гамильтон и бенджамин франклин никогда не были президентами сша самый старый обнаруженный рецепт супа датируется 6000 годом до нашей эры главный ингредиент этого супа мясо бегемота что произойдет если поместить змею в круг из соли среди любителей отдыха в лесу распространен такой мир что если вокруг своей палатки насыпать соли, то змеи вас не будут беспокоить. Но так ли это, сейчас узнаем. Недавно был такой эксперимент, в котором хотели все это проверить. Насыпали соль по кругу и поместили туда змею. Поначалу действительно казалось, что змея не может выползти, но через несколько секунд она с легкостью сделала это. Многие люди были уверены, что соль жжет змеем кожу. Но оказалось, что это не так.